Совершенно не могу спать в поезде. У меня зубы всегда стучат. Как? Ну, в стакане как? Пианистка шепотом говорит скрипачу: «Вы с ума сошли? Вы же убежали на 24 такта вперед». Скрипач пианистки: «Сохраняйте спокойствие. Никому ничего не говорите. Я опаздываю на поезд». В купе одинокий пассажир. Входит грабитель, в руке пистолет. «Деньги живо». «У меня не гроша». «Так что же тогда трясешься?» «А я думал, ты контролер». Корсиканец с гордостью говорит приезжему: «У нас воруют так, что во многих местах железная дорога проложена кольцами». «А зачем?» «Ну, чтобы машинист мог убедиться, что все вагоны на месте». В поезде: «Тот журнал, на котором вы сидите, вы случайно не читаете?» Поезд, едут мать с дочкой, грузин, русский, чукча. Поезд заезжает в тоннель, слышен звук поцелуя и пощечины. Поезд выезжает из тоннеля, мысли: «Мать, во, моя дочка уже кому-то нравится». Дочка говорит: «Моя мама еще кому-то тоже нравится». Грузин: «Еще раз в тоннель заедем, еще раз поцелую». Русский: «Еще раз целоваться полезет, еще раз ударю». Чукча: «Еще раз ударит, на следующей станции сойду». После посещения вагона-ресторана пассажир никак не может найти свое купе. «Ну неужели вы не запомнили его номер?» «Номер не запомнил, зато точно знаю, что за окном была березовая роща». Пассажир говорит: «Проводник, а у вас можно курить?» «Нет». «А тогда откуда взялись эти окурки?» «От тех, кто не задает вопросов». Можно ли попой останавливать поезд? Можно, если она будет красной. Надпись у железнодорожного переезда: «Поезд здесь проходит за 14 секунд, независимо от того, находится ли ваш автомобиль на рельсах или за шлагбаумом». Знаешь, сколько дебилов под вагонами пролазит? Много. Их число иногда получается дробное. Живу рядом с вокзалом. Гугла карты на смартфоне все время предлагают уехать из этого места. Девушка рядом со мной в поезде не прекращала болтать всю дорогу. Я уже начинаю жалеть, что женился на ней. Бывает, все идет хорошо. Адекватные соседи выплакают с карту. Никто не храпит, носки не воняют, тишина. У тебя тоже все хорошо. А потом ты ложишься спать, и организм твой тебе такой вот. Тебе же нравятся звезды? А метеоры? А метеоризм?
В вагонах наших поездов окна бывают двух видов – не закрывающиеся и не открывающиеся. Едут в поезде два мужика, один разглядывает кроссворд, разгадывает. Странно, предмет для икры, три буквы, последняя и краткая. Ки. Точно. Кстати, у вас стёрки не найдется? Вообще, купе – это возможность вместо целого вагона эксклюзивно послушать хор храпа из трех человек. Не кажется ли вам, что на железнодорожных станциях объявления делаются из рецептов, написанных врачами? О подозрительных предметах сообщайте машинисту, чтобы он успел убежать. Пассажиры поезда «Калининград» и «Владивосток» реально видят, как стареет проводница. Антон понял, что проводница на него в обиде, когда она во время стоянок стала закрывать не туалет, а его купе. В вагоне ресторане такие цены, что единственное, что я могу себе позволить, это пофлиртовать с официанткой. Как сейчас помню свой первый полет во сне. Ночь, плацкарт, верхняя полка. Проводница Наташа, когда ей надоедали пассажиры в вагоне, подсыпала им в чай снотворное. А когда ей становилось скучно, то она подмешивала им в чай виагру. Все анекдоты вымышлены, совпадения с реальными людьми или событиями случайны. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.